Продолжаем конкурс приветствия «Имена. Город Уфа». Добрый вечер, дорогие друзья! Футбольный клуб «Уфа» занимает 14 место в турнирной таблице. Хоккейный клуб «Салават Юлаев» — 14 место в турнирной таблице. Как вы понимаете, командам из Уфы не привыкать смешить людей. Команды к именам, мы начинаем. Ну что же, начнем с актуального. Представьте, тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий в магазине. Пакет брать будете? Большой. Два. Что, Леонид Викторович, на евро прошли? Да. И это, из тетрадки мой долг вычеркни. Представьте, главы районов города Уфа на совещании. Вот, значит, здесь мы построили новых 17 домов, детский сад, достроили, наконец, школу и мост построили. А у вас что? Ну, значит, мы здесь построили волшебное государство. Потом, значит, обменяли все золото на эликсир молодости. И это, но потом на нашу деревню орки напали и все сожгли. У вас как дела? А у меня новый планшет, я еще игры не успел установить. А, это что за игры? Сим-сити. А многие из нас прекрасно знают, что телеканал «Россия-2» заимствует идеи передачи Первого канала. Итак, после того, как на Первом канале вышла передача «Вместе с дельфинами», на Втором канале вышла передача «Вместе с медузами». Ну что ж, дорогие друзья, мы переходим к индивидуальной программе. Ришат Шаймиев сейчас покажет смертельный номер. Я не верю своим глазам. Медуза захватила контроль над Ришатом. Вы посмотрите, как прекрасно работают в паре Медуза Айгуль и Ришат Шаймиев. Ну что ж, дорогие друзья. Дорогие друзья, вы не переключайтесь, потому что после программы «Вместе с медузами» на нашем канале передача «Давай помиримся». Совсем недавно Тимати записал трек «Мой лучший друг – это президент Путин». Давайте представим сразу же после этого в гримерке группы «Любэ». Да что ж такое, мужики, творится-то? Всю жизнь были любимой группой президента, а тут такое! Да не серьезно это у них! Не верю я! Не по любви все это! Даже Дмитрий Анатольевич сомневаться начал! Мужики, да нормально все будет. Помните группу «Стрелки»? Их заставили молчать. И Тимати заставим. Да! Команда «Квн» имена. Спасибо.